Воблер. Хоть бы не ушла. Воблер от Серебряного ручья. К берегу подходим. Что это у нас? Форелька. Вот она. Ох, аккуратно. Так, ты меня сейчас не запутай. И потом опять придется распутывать долго. Вот такая вот форелька. Отлично. Форелька у нас 35 сантиметров. Хорошенькая. Вот такой вот. Это от Паши подарок из Белоруссии. Вот в такой расцветке. Так что, Игорь, дружище, если ты когда будешь покупать, вот такой вот воблер тоже замечательный форель ловит. Называется Серебряный ручей Академик. Да, 10 заглубляется. 4,9 грамм для ультра. Вот моего, сам видишь, воблер. Второй сезон ловит или третий, уже не помню. Думаю, третий сезон уже. Он у меня. Хоть и ветер, но ни одной поклевки на червя, а вот на воблеры хочет. Пришел сюда, вообще тут следов нету, рыбаки не ходят, и поэтому пробуем здесь. Тут и хорошие щуки стоят. Ветер хорошо летит. Да, поклевка. На это же воблер. Вот, а камера была выключена опять. Еще одна форель. На этот воблер. Плохо вроде бы взялась. Лишь бы не ушла тут это мимо сачка, как в прошлой рыбалке. О, забагрил вроде бы. Вот.
себя. Хотела уходить. Такая красавица. Ух, боевая. Бог любит троицу, может, и третья форелька поймается на День Отца. Сегодня у нас в Германии. И снова чуть место поменял, чтоб не запомнило. Там мы пошумели, и поэтому совсем другое место, где с форель еще не знает. На камеру, наверное, не будет так клевать. Где-то плеск был, но не видно, ветер, волны. Птички красивые все лазают. Может, не знаю, третья рыба не хочет ловиться на этот воблер. Ветер сейчас не перестает. Поклевка на быстром твиче. И цак, взяла. Вот и третья рыба на этот воблер. Воблер не так уж и маленький, но маленькие форельки клюют. Нашу форель. Идем быстро до места. Колокола, как всегда, бьют. И меня рыба клюет. Колокола. Вот, сразу тут измерим. Спинник уже другой готов. На щуку. Вот такой вот. Маленькая форелька.